Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Саша Шева и Виктор Шароваров улетели на остров любви. У Саши Черной идет третья неделя перезагрузки. Вес девушки сейчас составляет 115 килограмм 700 грамм. Ни для кого не секрет, что Оксана Ряска изначально шла на телепроект за отношениями с Давидом Анташвили. Вот только пока она собиралась, Давид улетел на Сейшелы, где сейчас собирается сыграть свадьбу с Викторией Борисевич. Ходят слухи, что свадьба Виктории с Давидом стоит под большим вопросом. Все дело в том, что Анташвили стал засматриваться на Ряску. Молодой человек кайфует от того, что женщины борются за него, поэтому старается не мешать развитию этой ситуации. Интересная новость сайта Шлок. Грустные новости доносятся из сказочного домика Рапунцель. Недовольна старшая брендовая сестра поведением младшей, небрендовой Алены Савкиной. Хочет Оля свою кровиночку с реалити-шоу выжить вместе с женихом и будущим ребенком. А все потому, что Ебаров рассказал, где обитает семья Дмитренко с дочкой Васей. Совершенно случайно Илья несколько раз выдал место обитания своих неродственников и пригрозил наведаться в гости. Да и все антифанаты и любопытные люди теперь начнут рваться посмотреть на знаменитую коляску. По словам Ильи, живут они на съемочной площадке дома 2, на улице Саморы Машала, 4 этаж. Заходите в гости. Саша Чернова плакала после очередного конфликта с возлюбленным. Успокоить Сашу пришла Ксения Бородина, которая пояснила, что Иосиф другим не станет. Ведущая подметила, что Черно меняется ради отношений, а вот Оганесян не умеет это делать. Напомню, что в свое время Александра простила своему избраннику измену, приняв его обратно. Девушка переступила через себя, однако в данный момент недовольна поведением избранника, который откровенно плюет на нее. Марина Тристановна Абрамсон вновь дала Тате повод за себя краснеть. Многие помнят все скандальные выходки Абрамсон-старшей, еще тех времен, когда она была участницей «Дома-2». Впрочем, после того, как в жизни Марины Тристановны появился любимый мужчина, ее поведение кардинально изменилось. Более того, женщине даже удалось наладить отношения с дочерью, которые долгое время оставляли желать лучшего. А вот свежее фото экс-участницы «Дома-2» вернуло все на круги своя. И хотя саму Марину Тристановну, как видно, ничего не смущает, Тате наверняка придется краснеть за мать. По крайней мере, вряд ли девушке понравится тот факт, что, демонстрируя свою растяжку, Марина Тристановна засветила и нижнее белье. К слову, нашлись и те, кто сразу посоветовал девушке отнестись к ситуации проще, а саму Марину Тристановну предостерегли от подобного рода снимков. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Поступок Курбана Омарова породил слухи о крупной ссоре с Ксенией Бородиной. Не так давно в сети горячо обсуждали поездку Курбана Омарова на родину и его теплую встречу с родными. Тогда многих смутил тот факт, что мужчина не взял с собой жену, из-за чего поклонники сразу же сделали вывод – Ксению недолюбливают в семье мужа. И именно поэтому Курбан предпочел навестить близких без нее. Еще больше вопросов вызвало свежее фото Омарова, который несколько дней назад улетел на отдых в Германию. К удивлению многих, и на этот раз Бородина осталась не у дел. И именно этот факт породил слухи о крупной ссоре супругов. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.